Сегодня коэффициент мудрости в городском органном зале просто зашкаливал. А все потому, что здесь собрались самые опытные и активные краснодарцы. Их поздравляли с наступающим Международным днем пожилого человека. О том, как прошел праздник, расскажет Дарья Безинская. Слово «пожилое» слишком условное для этих людей, потому что душой они до сих пор молоды, а еще фонтанируют идеями. Например, сегодня устроили к юбилею Краснодарского края и 25-летию Дня пожилого человека большую выставку и пригласили детские ансамбли. Собрали около 1000 лучших своих творений – картины из бисера, модные аксессуары из ткани и сувениры ручной работы. Глава Краснодара Евгений Первашов и председатель городской думы Вера Галушко с интересом осмотрели выставку, оценили мастерство и активность людей – чьи интересы не ограничиваются только вязанием долгими осенними вечерами. Они помогают воспитывать молодежь, делятся своим опытом и воспоминаниями. Самые главные участники и общественной деятельности. Многие из ветеранов, особенно участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, принимают активное участие и в месячниках оборонно-массовом работе. Проводите большую часть своего времени именно с подрастающим поколением. Посещаете музеи, ведете лекции, посещаете уроки мужества в школах и ведете активную в этой части работы. И мы вам говорим, дорогие друзья, спасибо за то, что вы сделали. Спасибо за то, что вы сейчас делаете. А вы действительно, несмотря на возраст, вы всегда в строю. Городская власть старается сделать жизнь людей мудрого возраста максимально уютной и яркой. Вот буквально вчера отправили в Анапу активистов, которые организовали в своих дворах субботники ко дню города. Всего в этом году на море отдохнут 250 человек. А еще в рамках социальной программы «Старшее поколение» делают ремонт для ветеранов Великой Отечественной войны. Сделали комфортнее 1265 квартир, как, например, жилище Григория Ревы. Великую Отечественную он защищал дальневосточные рубежи страны от японских милитаристов. Когда война закончилась, продолжил службу в армии. Защите Отечества посвятил в общей сложности 30 лет своей жизни. В квартире ветерана остеклили балкон, заменили окно на кухне и сантехнику. Ветеран ремонтом остался доволен. В итоге написал письмо в городскую администрацию, в котором благодарил за помощь всех. От президента России до рабочей бригады. Но если бы было до 10, мы бы поставили 10 и 10 и 10. Ремонт сделан хорошо, добросовестно, качественно. Вот Сергей Александрович очень внимательно к нам относился, аккуратно, вежливо. Человек дело. Игорь такой есть, наверное, подчиненный. Очень тоже добросовестный человек, занимался непосредственно изготовлением рам, измерял, очищал. И каждый, кто защищал Родину 70 лет назад, строил космические аппараты, ликвидировал аварию на Чернобыльской атомной станции, делал научные открытия, учил школьников и до сих пор продолжает работать, вдохновлять, участвовать в праздниках. Достоин глубокого уважения и постоянного внимания. Заслуженным краснодарцам сегодня вручили подарки и благодарственные письма. А еще пригласили на День города. Какой же праздник без тех, кто представляет мудрый, но отнюдь непреклонный возраст? Дарья Безинская, Павел Сокольников, Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».